Всем привет-привет, мои хорошие! И не могу с вами не поделиться вот этой красотой. Только как бы мне ее сфокусировать? Это каменная роза и Magic Art. Два в одном. Я в каком-то видео недавно говорила, что она у меня цветет. Один цветонос у нее цветет как Magic, второй как каменная роза. Вот такая вот у меня тут красавица открывается. Вот в ту сторону она открыла. Сейчас, если получится. Наверное, не получится. Ребят, показываю, но не вижу сама, что показываю, поэтому простите. Залезла как смогла. Уж когда откроется полностью, я обязательно вам покажу. И у меня спрашивали: Люб, как называется эта орхидея? Но мне кажется, я по-русски сказала, что это двойная орхидея, и как она называется, я не знаю. Ну, одни цветочки у нее как Magic, вторые как каменная роза. То есть с разных цветоносов от одной орхидейки могут быть разные цветочки. Поэтому слушайте меня внимательно, что я говорю, не задавайте вопросов, на которые я уже ответила. Пожалуйста. И вот здесь у меня... Не люблю днем снимать, потому что все ужасно засвечивает. Сейчас я разверну нашу розу каменную. И надеюсь, ничего ей не сломаю. Вот так. Все. Развернула. Вот туда она смотрит у меня. Здесь у меня орхидейка, которую я зимой... как сказать, обновила, в общем, отрезала ей часть шеи, и не очень хорошо она это восприняла. Но вот, слава богу, сейчас у нее пошли в рост вот такие жирные-жирные корешочки. Там, видите, замазана шея, и... Тургор потеряла, потом набрала. Сейчас опять жесткие листочки. Ну вот это еще раз для меня подтверждение тому, что лучше мха для орхидей нету. Вот так живет моя каменная роза, висит. Здесь у меня тоже красавица висит вот так на бок, но пока не вижу у нее цветоносов. Вот эту вот красавицу мы с вами пересаживали вчера в мох. Очень хочу посмотреть на ее цветочек. У нас такой сегодня ужасный ветер, причем уже не первый день, наверное, дня три, аж сносит все с места. Здесь у меня котлейка сидит. Сейчас попробую вам тоже показать. Смотрите, у нее с нового роста корешок, по-моему, такой, да? И еще один ростик растет. Вот этот новый рост, к сожалению, ушел вот так сюда. И уже выпрямить ее никак не получается. Буду надеяться, что вон тот новый рост поднимется кверху. Ну, вот как-то так. И по поводу того, как сидят мои котлеи. Мои котлеи сидят всегда в воде. Всегда мокрые. Вот она сейчас мокрая. Надо уже заменить мох. Вот так, сапожник без сапог. Без сапог я без мха, в принципе. Вчера остатки использовала. Вот водичку, видите, еще мокро, но водичка вот прям чуть-чуть уже осталась. Сейчас добавлю. Это у меня почти что утренний обход. Вот здесь моя красавица еще цветет. Здесь мы уже дуем бутошки. Вот не так давно я вам показывала. Смотрите, как быстро она надувает бутошки. Это очень красивая орхидея. Кто не подписан на меня, подписывайтесь. И вы скоро-скоро ее увидите. Она цветет очень пышно, очень обильно и очень долго.
Очень бы хотела, чтобы она мне дала детку откуда-нибудь, но пока этого чуда нет. Но она цветет круглогодично, с перерывом небольшим. Здесь у меня еще котлейки висят. И сейчас покажу, что у меня тут еще интересного произошло. Так, вот эту мы с вами вчера тоже пересаживали. Красавицу нашу. Вот по этой баночке готовится для вас видео подробное про реанимацию. Ждите, обязательно будет. Очень подробно снимаю. И будет, поверьте, интересно. Так что ждем видео, оно будет. Ну, здесь мои малявки сидят, которые пересажу, как только появится у меня мох, пересажу сразу в мох. Ну вот никак мне не нравятся посадки в коре. Ну никак. И мне не нравится, и моим растюхам не нравится. Поэтому как только наберу свежий мох, сразу займусь пересадками своих красоток. Ну, естественно, и для вас. Это показываю вам на свету. У нее лучше видно сейчас ее красивую губу. Губку, губу. Очень красивая губа. Прям такая неоновая. И вот эта вот ярко-оранжевая окантовка. Что-то с чем-то. У меня руки что-то трясутся сегодня. Вот такая вот красотулька. Вот эту не могу дождаться. Принцесса какая-то. И не хочу даже смотреть, как она выглядит. Расцветет, посмотрим. Так будет интересней. Белые эти тут у меня листочки. Это у меня вот чуть-чуть попадает сюда солнце с утра. Поэтому я вот так вот прикрываю листочками. Полностью окно закрывать не хочу, потому что... Ну, оно очень быстро у меня уходит. У меня и так темно дома. И не хочу. Ну, здесь тоже вот... Как бы они не маленькие, но все прекрасно растут. Так. Здесь у меня посадки, кстати, которым я тоже не жалуюсь, в чистую скорлупу. Мы с вами вместе сажали уже так довольно-таки давно. И посмотрите, какой прирост корней. Я довольна этой скорлупой кедрового ореха, да? Мне понравилось, как растут в них орхидейки. Корни... Листья, как вам показать, чтобы не вынимать, все прекрасно, прекрасно. Ой, сейчас уберу этот листик. Здесь растет, видите, какой прирост корней. А ведь сажали, совершенно ничего этого не было. Вот там тоже еще, у меня что-то случилось с фокусом. Вот сидит красотка, тоже наращивает прекрасно корни. Вот эта красавица тоже сидит в скорлупе. То есть не одна орхидейка, а много. Это уже вон лист какой большой вырастила. И вон там у меня стаканчики тоже в скорлупе. И тоже прекрасный нарост, прирост корней. Нарост, прирост. Вот. И вот так вот я тут лазю, такая лазю. Но это листик от зигопиталума. Если кто-то знает, что это такое, подскажите мне, потому что все листики хорошие, а вот на одном. Возможно, солнце попало, я так думаю, и обожгло, потому что вот попадает сюда солнце. Этот мой зиг сидит, вот он, черный, с двух бульбочек выращенный. Вот. Это когда еще... Привозила на продажу зигопиталумы и упаковывала в посылку. И вот эти бульбы, вот эта бульбочка, и там еще одна такая же где-то. Вон она. Где? Как показать вам? Вон она там прям такая сморщенная вся. Упаковывала в посылку девочкам эти зиги, и вот эти бульбочки просто отвалились. Ну, потормошила горшок, чтобы хорошо там его связать, все, чтобы не вывалилась кора. И они вывалились, это когда еще голландские возила. И вот я их просто вот так воткнула в циофлору, сверху приложила мхом. И вот, пожалуйста, вот такой вот тут у нас прирост хороший. Вот эта бульба, видите, вот такая жирная,
сочная. Вот она наросла уже, в бульбочку сформировалась. Вот еще два роста. Вон там такой тоже жирный. Два, три, четыре роста уже дали эти две бульбочки мне, представляете? И корней там много-много. И пересадить бы уже вроде, потому что она сидит вот непонятно в чем у меня там. Ну, то есть не весь какой стаканчик, да, просто. Прекрасные там корешочки растут. Все, вообще все замечательно. Я просто вот в восторге. Просто воткнула в циофлору и периодически поливала. Тут у меня вот скоро тоже бутошечка откроется. Тоже хочет пересадку срочно в мох. Срочно. Сидит еще в коре. Как пришла, так и сидит в коре. Вот, очень красивая орхидейка. Жалко, если я ее потеряю. Но мха у меня нет. И такая лазаю, тут лазаю. И аж офигела. Бац, а тут еще цветоносик у орхидейки у меня вылез. Смотрите, у меня как плотно наложена здесь подушка из мха. Она сидит в циофлоре. Полностью в циофлоре. Не знаю, получится сейчас вам как-то показать. Там корней, целый горшок. Там еще старый горшок транспортировочный голландский. Непонятно, что написано, но написано не то, что надо. И вот так вот через все вот эти вот листики такой плотный-плотный здесь лежит подушка мха, пробился цветонос. Вот только бы он его не сломал. Надо, наверное, не трогать. И ничего не сломает. Раз он пробился, вылез, значит, все будет хорошо. Скоро будем смотреть, что же это за красавица. Я уже даже забыла. Представляете? Потому что она была у меня реанимашечка. Это голландская еще. И вот так вот мы восстановились. Тут сога-релекс уже вот такие бутончики дует. Так плохо днем снимать. Все засвечивает. Ничего не видно. Вот такие вот уже. Так что скоро будем любоваться с вами вместе. Потом здесь, смотрите, какое чудо. Сломала корешок. Вот он. Нечаянно вот как-то вот так нажала, сломала его. И, пожалуйста, смотрите, он раздвоился и продолжает дальше расти. Я думаю, вам видно. Тоже сидит в циофлоре сверху. Вот так вот мох уложенный. Вот такие вот жирные у нас тут корнюхи растут. Ну, здесь вот посадочки. Помните, это Будда сидит. У Будды мох только сверху, остальное там внутри кора. Сакура бабочка сидит полностью во мхе. И у сакуры вот такие вот прекрасные со всех сторон корешочки растут. И растет листочек в центре. Не знаю, будет вам видно, нет, но он растет. Вот. Будда пока просто сидит. Вот есть видео на канале два разных, причем сначала Будду, по-моему, сажали, да, там даже на заставке Будда. И Сакура бабочка тоже есть видео про ее посадку. Сакура очень хорошо принялась в рост, а Будда сидит. Вот просто сидит. Ну, тургор они не теряют, ничего, все с ними хорошо. Им нравится, а это самое главное. Как я их поливаю? Беру пшикалку из пульверизатора и вот так вот сначала таскала их в ванну, а теперь просто вот каждое утро, обед, вечер просто подхожу и пшикаю вот сюда, чтобы увлажнялся мох. И постепенно водичка опускается вниз. Если быстро попшикать, то она польется по дырочкам вся и намочит орхидейки, которые стоят внизу. Вот тоже наша вчерашняя с вами посадка. Меня спрашивают в видео, как долго можно не пересаживать в мхе орхидеи, как долго мох не портится. Ну, может сохранять свои свойства. Девочки, мальчики, я не могу вам этого сказать. У всех разная вода, у всех разные
как сказать, содержание орхидей. Поэтому у меня есть орхидеи, которые сидят в мхе, и мох не испортился больше года. Поэтому, а есть, который мох портится, по крайней мере, верх портится очень быстро. Но я сейчас буду поливать только хорошей водой. Про удобрение я добавляю только осмокод, когда у меня в мхе. И сам мох в себе, именно этот мох, содержит очень много полезных витамин, веществ. Этот мох я собираю там, где растет клюква, брусника, то есть очень-очень много ягод, поэтому он вот такой красный. Если вы видите, жирный и красный. Это не то, что он там спрел или еще что-то, сам по себе такой мох красный. И еще спрашивали, как долго можно не поливать в мхе? Вот эти орхидейки, вот эти три, и вот эта вот голландская орхидейка, сейчас про нее тоже скажу. Они были пересажены 2 апреля. Сегодня у нас 22 апреля, то есть 20 дней они стоят. Вот, политые были. Пересадила я их 2 апреля, полила 3. То есть налила вниз вот так воды. Эта вода быстро, мне спрашивают, а воду надо сливать потом? Зачем ее сливать, если она впитается? Причем очень быстро она впитается. И буквально, если что-то у вас останется, вот на донышке чуть-чуть. Ничего сливать не надо. И вот за счет того, что сверху уложен тоненький слой коры, мох не просыхает долго. Но у меня дома жарко. Днем жарко, вечером так попрохладней, и ничего у меня не плесневает, и вообще мох, мне кажется, не имеет такого свойства, чтобы он заплесневал. Думаю, я ответила и на этот вопрос. По поводу, как реагируют себя голландские орхидеи на посадку в чистый мох. Замечательно. Вот голландская орхидея. Пересадка ее тоже на канале есть. Правда, в прямом эфире мы пересаживали. Вот уже на карантине, да? Это было вот 2 апреля видео вышло. И вот она тоже так же сидит. Вот, тургор она не потеряла за 20 дней. Она бы его потеряла, если бы ей не понравилось. Так что прекрасно принимают голландские орхидеи мох. Я просто вот вообще в восторге. Поэтому буду стараться переводить все свои орхидеи на мох. Ну, вот так тут они у меня. Там занавеску открыла. Так, издалека чуть-чуть покажу вам своих красоток. Здесь как стоят. Там лейка у меня стоит за место цветка с водой. Тут ванды, блоки. Ну, в общем, как-то так. И пойдемте еще покажу. Сакура красавица. Ой, хотела сказать, в полном распуске. Про нижний цветоносик-то забыла. Вот она прям полный-полный ее распуск. Не буду ее вертеть, обижать. Я вам не так давно ее показывала. Но сейчас вот она распустила все свои цветочки. И они смотрят на улицу. Очень красивая. Заслуживает постоянного показа. Но не хочу ее крутить. Пускай она вот так вот висит. Я думаю, ребят, вам видно и не очень засвечивает, потому что мне сейчас ничего не видно. Так, что еще хотел? Ну вот наши пересадки из горшков убийцев. Это белая орхидея прекрасно себя чувствует. Все у нее хорошо. Тургор не потеряла. Это Фата Моргана. Тоже прекрасно себя чувствует. Так, что у нас тут? Ну, это вот вчерашняя пересадка в мох сверху кора. Листочек выпрямился вон тот, видите? Прям так хорошо пошел. Ну, и сейчас хочу сходить на склад, посмотреть, что там. И если что-то будет интересного там, я вам тоже сейчас обязательно покажу. Это сакура. Смотрите, какие уже бутончики большие у нее, толстенькие. Скоро будем любоваться ее красотой. Ну, кот – это кот. Кот-котяра.
Ну и все, я вообще ничего не вижу, что вам показываю. Надеюсь, вам что-то видно, потому что я тут так подлезла. Непонятно как. Тут у меня красотулька. Ну, здесь тоже вот эти вот малыши сидят у меня. Нормально себя чувствуют, но пересадка в мох их ждет. Пересажу всех в мох. Вот эта красавица у меня два бутончика сбросила, один открыла. Смотрите, какая яркая, красивая красотулька. Ну все, пойду на склад. Если будет что-то там интересного, вам покажу. Еще два видео вот про подробную реанимацию готовлю. Вам видео прям будет подробно, да, как чего она растет там. И еще одно видео, два интересных видео ждет вас в ближайшем будущем. Обязательно все вам покажу. Говорить не буду, это секрет, но поверьте, они будут очень интересные, для многих шокирующие. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эти видео. Так, хотела показать вам еще чудо-корень. И фокус пропал. Ну что такое? Что с камерой моей? Нет, так дело не пойдет. Может, вот так? В общем, корень здесь разветвился на две части. Он был не сломанный, даже на три. Надо же, не хочет. Но он когда станет побольше, я вам его покажу. Осьминожка тут у меня. Надо ее пересаживать ниже. Но нужен мох. Без мха пока не буду никого пересаживать. Все. Вот такая вот красавица. Все, мои хорошие, пойдемте дальше. Ну, тут еще маленько у меня стоят. Покажу вам чуть-чуть. Тут у меня вон гигантейки сидят. Вон ростят новые корешочки, новые листочки. Вот. Тут у меня дендрик сидит. Вот в этой посадочке мы с вами как-то вместе сажали. Такие он там детей мне нарастил. Здесь два дендрика в одной посадке сидит. Так, здесь. В общем, вот эта вот красавица сидит. Видео о ней потом покажу. Это то самое шокирующее для вас будет видео. Подробнее потом, сразу уберу, чтобы вы не успели рассмотреть ничего. А там, смотрите, что вытворяет моя Ванда. Смотрите, какие корни она выпустила, причем из банки. Так я этого не хотела. И видите, в банке какие корни. Не могу сейчас вам показать, но вот такая вот там красота. Целая куча корней там. Как-нибудь мы с вами ее будем куда-нибудь пересаживать или, может, вообще не будем трогать, не знаю. Так, там у меня еще две ванды сидят. А здесь у меня, сейчас вот сюда поставлю, еще один мастер-пис реанимируется. Сейчас открою баночку и покажу вам сказку. Вот. Ну, конечно, фиг тут что покажешь. Давайте как-то вот так, может. Вот, видно, да? Вот это с обрезанными листиками. Мамка как будто бы. Как будто бы, потому что она сама была детка, я ее сняла с мамки. И обрезала у нее вот листики, и она набрала сразу тургор. И вот это вот детка-мамка выдает мне еще три детки. Вон они там сидят, все три, две по краям. И одна, вот она прям здесь под мхом, видите? Там уже прекрасные у них корешочки. Вот такие вот красавицы. Вот это с той красотульки, вот она еще сидит, здесь реанимируется. Видите, как мох растет.
Все такое вот влажное. Здесь влажность повышенная. Вот так внизу водичка уже осталась. Но еще очень влажно, поэтому подливать не буду. А так, вот так вот подливаю вот сюда по мох водичку. И она впитывается потихонечку наверх. Вот она ушла вся вниз и просто создает влажность как бы сейчас. Вот такая вот красота у меня тут. Все. Вот так. С дырочками. И никогда не открываю. Постоянно она у меня стоит закрытая. Вот такая вот у меня еще одна. Еще один мастер-пис. Многодетная мамка с детками. Сюда тоже вот принесла на это окошко. Также он у меня, видите, тут эти бумажки стоят. Чуть-чуть прикрывают. Принесла те орхидеи, которые мне не нравились, как себя чувствуют в тех местах, где они стояли. И не поверите, они все здесь тронулись в рост. Вон там кракозяброчка. Какие корни пускает, не знаю, видно вам, нет, ребят. Очень плохо снимать днем. Ну, ночью я здесь снять не смогу, будет муж отдыхать. Так. Вот это вот. Вон там тоже корни какие пустила. А там стояла, не шевелилась с места. Ни туды и ни сюды. Все сидят в коре. Буду все пересаживать. Одна вот эта сидит в циофлоре сверху ракушки. Но это не то, что я ее поставила сюда в наказание, а просто некуда было поставить. И вот такие тут тоже у нее корнюхи. Очень красивая орхидейка. Будем надеяться, что скоро зацветет. Ну, а так вот у меня тут мужское счастье. Не так давно отцвело. Оно себя хорошо чувствует, прям замечательно. Здесь фикус мой. Такой раскорячка. Здесь женское счастье. Цветет постоянно, но листья болеют. Надо менять грунт уже. Уже все там, он себя изжил. Поэтому они так себя и ведут. Вот они мои тут наказанные стоят. Ну, надо все пересаживать в мох. Ребят, у нас такой ветер. Я думала, меня прибьет собственной дверью от машины. Я ее открыла, начала садиться в машину, и моя же дверь меня защемила у машины. Представляете, смотрите, как я сижу в машине, у меня машина шатается, хотя она у меня очень-очень тяжелая. Офигеть. Так было бы тепло на улице, потому что солнышко светит. Ну, это вот сейчас здесь, где показываю тучки, да, а так вот вышло из подъезда, прям солнце светит. Ой, машина шатается. Представляете? Ого! Вот это, да, наверное, я сейчас съезжу на склад и машину уберу в гараж. Знаете, такое ощущение, как будто сейчас машина даже перевернется от ветра. Кошмар. Я не знаю, видно вам или нет, но машина шатается. Не знаю, как вам показать, но это кошмар. Вон, по траве видно, видите, как трава прям удувает. Ужас, что творится. А было бы очень тепло, если бы не было этого ветра, потому что прям вот в уголочке стояла, где нет ветра. Прям так вообще хорошо-хорошо. Сейчас вам покажу. Как раз уж сейчас отъеду чуть-чуть. Как я воду собираю для полива еще. Вон, видите, у меня бочка стоит. С крыши стекает вода. И вот так вот я поливаю свои цветочки. Ну вот, пришла проведать красотулик. Все прекрасно себя чувствуют. У всех, смотрите, какой зеленый мох. Напомню, этот мох ничем не обработанный. Сразу посаженные. Это были фласочники, то есть я их вынимала из фласок. И вот так, где вверх кора, а не с мох, вообще обалденно себя растюхи эти чувствуют.
Вот эти вот красавицы вообще у меня сидели всю зиму, не хотели расти, а сейчас прям тронулись в рост. Такие замечательные у них тут корешочки, тоже вверх кора, а низ мох. Видите, это гигантейки. Дома я вам такую свою показывала. Ребят, не понимаю, что у меня с камерой. Почему ничего не фокусируется? Вот. Это гигантейки. Прекрасно себя чувствуют. Это Ф3 тут. Никого не едят никакие улитки. Ничего с ними не происходит. Они все очень хорошо себя чувствуют. Обалденно наращивают корни. Но вот видите, этим не посыпало сверху коры. И вверх очень быстро просыхает. Вот. Такие вот тут красотули. Вот он кажется как будто бы сухим уже мох, но он еще влажный. И поливать я еще их не буду. Еще денька три они постоят без меня. И потом я их обязательно полью. Девчонки, в альбоме в наличии есть вот эти орхидейки. 102/5. Смотрите, какие они все шикарные. Многие с цветоносами. Так, это у нас Ф2. Все тоже красотульки. Это 105. Вот такие тут прекрасные корнюхи ростят. Цветоносы. Тургор обалденный. Вон тоже цветоносик проклюнулся. Вот такие вот тут у нас изменения в лучшую сторону. Здесь вот тоже малыши сидят. Были когда-то в размере 1,7, но сейчас они уже далеко не 1,7. Тоже сидят в моем хе. Видите, какой мох растет. И корни в нем растут. И все замечательно. Вот тут еще стоят красотулечки. Вот это девочки одной орхидейка. Она ее выбрала по видео. И вот такие вот у нее тут корнюшки уже пробиваются. Не буду говорить, как ее зовут, эту девочку. Она поймет. Я ей фото даже присылала или видео. Мы с ней общались. Она поймет, что это ее. Здесь у нас сезам красивый. Такой вот красавец. Распустился полностью. Ну и зачем же я сюда пришла? Я ждала вот эту вот красотку, когда она распустится. Помните, я уходила тогда и сказала, вот-вот она должна распуститься. И она у нас бабочка или пилорик. Я даже не могу пока понять, но там, видите, у нее такие защипчики. Наверное, она еще до конца не открылась. Очень красивая. Эта красота проданная уже. Это тоже девочки спрашивают, она тоже проданная, ароматная. Пока у Мики ее нету. Вот эти вот красотки две в наличии. И они обе с цветоносами. Ну-ка понюхаю. Ой, она пахнет тоже. Офигеть. Она тоже пахнет, девочки. Она бабочка, видите? На бабочка. Я ее очень-очень ждала, когда же она откроется. Такая она вся, видите, в рюшечку, в защипчиках, краюшки. Очень красивая красотуля.
Есть она в альбоме, так что торопитесь. В альбоме она 150/5. В альбоме в наличии. Их две в наличии. Там фото, они еще стоят с голой корневой. И, по-моему, написано, что я их пересажу в собственный мох. И вот они пересажены обе. Это вот пересажено. И вот это, которое вот... Вот у нее цветоносик. И вот это. Ой, тут от них, от обеих аромат, вот от этих двух красоток. Прям обалдеть. Вообще. Сказки мои. Вот такие вот красавицы. Ну, там у меня одешки стоят. Толстопопики. Вот такие. Видите, какие тут у нас попки. Листья слоновые стали. Что делает солнце? Им нужно солнце. Вот. Посмотрела, полюбовалась. Вот дня через 3 приду, вот эта красавица распустится полностью. Будем с вами вместе любоваться. Подписывайтесь, кто не подписан. Делитесь моими видео. Вот такие вот красотульки. Ну все, мои хорошие. Всем пока-пока. До новых встреч. Не грустите. Ой, чуть не упала. Не скучайте. Такой аромат стоит здесь. Прям сказка. Вот эта красавица распустится. И будет красота. Все, мои хорошие, всем пока-пока. С вами была Любовь и мой Мирок Орхидей. Не грустите, не скучайте. Всем здоровья, терпения пережить всю эту напасть, что сейчас происходит. Не грустите, скоро все наладится. Всем пока.